Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. После того самого старого обновления, да, когда ввели, что на нулевой минуте руны появляются с двух сторон, баунти руны, теперь практически в каждой игре идет битва за эти руны. Ну, довольно часто, даже не довольно часто, но часто бывает так, что кого-то убивают. Там бывает двоих даже убьют. Ну, очень редко там 3-1. Но особенность этого момента, да, мы играем рандомной тимой, что здесь будет убийство в 4-0. Такого я еще никогда не видел. Давайте посмотрим. Мне кажется, это интересно. Вот, я играю за Лина. Это контрпик троллю. И просто очень сильный герой, благодаря своему ультимейту. Вот видите, все начинают быковать. Все быкуют. Так, все, пошел стан от ВД, мой стан великолепный. И мы уже, в принципе, тоже на говне, то есть у нас очень мало ХП. Первый отходит Леон. Видите, они не успокаиваются, то есть идут дальше. Все мои станы проходят великолепно. Но мы продолжаем драться. Так, Войд выживает. Мы стоим на хэграунде, это наше преимущество. Потом, умирает дальше. Кто умирает? А, я добиваю кого-то, да, убил Шторма. Потом убиваю, скорее всего, Зевса. Нет, не я его убиваю. Умер Зевс. Где-то еще умер. А, и умер тролль. В итоге драка прошла 4-0. Мне кажется, забавно. Пишите в комментариях, бывали у вас такие случаи, именно когда очень много народу убивают на нулевой минуте. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.